Друзья, перед началом видео хотел бы представить вашему вниманию один канал, посвященный спортивной тематике в целом. Данный канал ведет молодой парень. Лично я уже успел отметить его открытость и сильную энергетику, заряжающую на новые свершения. Уверен, он будет просто рад увидеть вас на своем канале, ведь он действительно старается делать годный контент. По себе знаю, как приятно, когда есть отдача от зрителя. Ссылка в описании, давайте поддержим. Здорово! У тебя прям подробный влогик. I wanna dance with my demons. I wanna drink for no reason and celebrate every season. Yeah, yeah, call my place the kingdom. Короче, пришли уже на соревнования, я взвесился. И оказывается, я настолько вес досливался, что слил 2 килограмма. Я вешу не 70 килограмм, а 68. Я хотел 69 весить. Но, блин, посмотрим, что сделаем. Cause I got what you need, huh? And we don't answer to no one. Короче, ребят, это настолько тупо делать, что взвешивание в 9 часов, а в 4 часа соревнования. Что я должен делать? Сколько это часов получается? 8? Я не умею считать, поэтому сами посчитайте. Короче, очень много часов. Нужно где-то ходить, бродить, непонятно, где метро. Все говорят направо, налево, налево, направо. Вот, блин, куда-то идем, короче, пойдем гулять, сейчас ждать будем. Ну а теперь мы идем обратно, потому что нам сказали налево, потом направо, потом налево. А мы шли направо, потом налево. Короче, тут все по-разному говорят. Мы ходили, прошли 13 километров. 13 километров. 16 тысяч шагов. Блин, какие-то соревнования, надо поспать пойти уже. Ребят, все, пришли мы на соревнования. Сегодня вообще фиговый день. Я проснулся в 5 часов утра, потом меня почему-то тошнило, я выпил гейнер на пустой желудок, и меня дико тошнило полдня, потом заболела голова. Сейчас мы покушали, и еще еда не успела перевариться. Еще мы прошли 13 километров, 13 километров. Посмотрим сейчас, я попробую выжать из себя все. Посмотрим, что получится. Полетели. Походу, мой мастер спорта плакал, потому что тут они делают очень размеренно, очень медленно. То есть я быстро делал 16 повторений. А тут они делают отдых в нижней фазе и в верхней фазе как бы тоже задерживаются. Это жесть. Ну, посмотрим, сколько сделаю, не знаю. Хотя бы КМС взять. Тут, короче, прикол заключается в том, что когда ты доходишь до уровня вот подбородка, тебе говорят, давайте по следующей. Ты опускаешься вниз, он говорит, давай подъем. То есть по команде судьи все происходит. Это очень, блин, стрёмно. Я такого не ожидал. 10, 100, 11. Приготовиться. Старт. Раз. Старт. Два. Старт. Три. Старт. Четыре. Старт. Пять. Старт. Шесть. Старт. Семь. Старт. Восемь. Старт. Девять. Не спеши. Старт. Десять. Старт. 11. Старт. Ну что, как? Короче, тут все изменили. Вообще по-другому все. Блин, это очень сложно было. Капец. Это даже КМС не взял. Жесть. Ребят, короче, выступили все топовые атлеты, блин, которые там занимают в Европе первые места, причем не один раз. Например, Григорий Скурихин, который Шредера просто в хламину разорвал. Он сделал, ему нужно на мастера сделать 19 повторений, а он сделал всего лишь 15. То есть, понимаете, да, какая фигня? Я даже не знаю, сейчас посчитаю
коэффициент на КМС. Сделал ли он КМС? У него вес 79 килограмм. 79 умножить на 4,7 вроде там коэффициент. 4,7 разделить на 24. Ну да, КМС он сделал. Еле-еле КМС сделал. То есть для КМС 15, пункт 4, короче. Он сделал 15 повторений. То есть еле-еле КМС взял. Офигеть. А мне одного повторения до КМС не хватило. Ну, это жесть просто. Ходил такой, говорю, типа, дайте мне какой-нибудь сертификат, либо там диплом. Они такие говорят, вы ничего не заняли, идите домой. Короче, за второй, третий разряд вообще не дают ничего. Видимо, только за мастера спорта и за КМС. А мне не хватило, как я и сказал, одного повторения до КМС. Короче, соревнование такое себе. У них каждый год все меняется, как я понял. Жир. 27. Жир. 28. Жир 29. Жир 30. Ну что, друзья, приехал я домой. Что сказать, блин, мало того, что я разочарован судейством, вообще соревнованиями. То есть никогда в жизни такого не было, чтобы с фиксацией, блин, мультилифт, ну, без перерыва подтягивались, блин, с фиксацией. Это просто такое, блин, я ни разу не видел. Я сколько посмотрел видосов, такого нигде никогда не было. То есть вы понимаете, да? Ты фиксируешься, ну, там, на 1-2 секунды вверху и на 1-2 внизу. То есть получается, ты примерно подтягиваешь там 11-12 повторений, и где-то 25-30 секунд ты просто находишься в статическом удержании с 24 килограммами. Это уже не подтягивание, ребята. Это капец как сложно провисеть полминуты, блин, с 24 килограммами. Просто за это время можно сделать там 7 повторений, 8, не знаю. Вот. А еще более того, ладно, там я просрал 2000 рублей, ничего не взял, ни КМС, ни МС, вообще ничего. Ладно, фиг с этим. Съездил, фиг с этим. Просрал кучу бабок. Ну ладно, это ничего страшного. Самое важное, что меня тошнило с самого утра и до самого вечера. Я два раза блеванул после соревнований. Мне так плохо было, это просто... Я не знаю почему. У меня болела башка дико. Меня дико тошнило, меня рвало. Я не спал, короче, покушал за день всего лишь один раз. О какой тут победе можно говорить? Короче, это жесть. Друзья, несмотря на все неудачи, я объявляю набор на марафон номер 2 по подтягиваниям. Поэтому, если вы хотите принять участие, ссылка будет в описании. Этот марафон будет как для новичков, кто не умеет подтягиваться, либо подтягивается там от 0 до 3 раз. И для тех, кто уже умеет хорошо подтягиваться, кто хочет научиться больше подтягиваться, пробить свой застой и так далее. Программа очень хорошая, потому что на первом марафоне ребята получили просто все изумительный результат. Поэтому на этом марафоне будет еще лучше. Будут введены новые упражнения. Я буду рассказывать, как там хотят от вас, чтобы вы делали мастера спорта, как нужно там закидывать подбородок и так далее, можно ли, например, в кроссовках соревноваться, либо без кроссовок и так далее. Все нюансы я буду рассказывать. Также будет программа тренировок, программа питания, будут разные советы. Будут такие ультра тонкие советы, например, как укрепить хват, чтобы у вас кисти не разгибались с большим весом, когда подтягиваетесь и так далее. Таких советов будет много. Поэтому жду каждого. Мы начинаем 13 ноября. Поэтому ссылка в описании. Успевайте, пока скидка действует 2 недели, 450 рублей всего лишь. Потом уже будет дороже. Поэтому давайте, ребята, ссылка в описании. Жду всех. А так, друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Я сейчас пойду спать, короче, уже вон 11 часов. Но меня просто вырубает, так как я в 5 часов проснулся сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео еще раз. Увидимся в следующем выпуске. Пока!